Всем привет, ребят, 26 февраля 2023. Я нахожусь в городе Кармайкл. Это тоже городок, который входит в Сакраменто муниципалитет, метрополитен. И сегодня у нас обмен черенками именно нашего Сакраменто чаптер. Видите, вот California Fruit Growers с 1968 года. Да, ребят, ну такое помещение большое, это комьюнити центр Кармайкл. И вот такое, ну огромное, конечно, количество черенков, ребят. Все бесплатно. Кое-что продается вот с этой стороны, но это все в основном бесплатно все. Абрикосы, яблоки, нектарины, ореховые культуры, вишня. Здесь уже тропические разные культуры. Пихоа, потом сапоты, черемои, сапоты опять, авокадо, локуат. Ну, наши ребята тоже есть, вот парень, знаю его лицо, у меня был. Сейчас у нас с 10 до 11 все, кто является членами этого чаптера, то есть платят годовые взносы. Здесь вот у нас гранаты, здесь у нас виноград, гибриды всякие, слива. Там есть даже Dragon Fruit. Черенки Dragon Fruit, сливы. Ну, очень много людей традиционно возле инжира. Разные сорта инжира. Короче, вот так. И получается с 10 до 11, да, те, кто проплатил member, платежи, а после 11 уже все, кто хочет, $5 вход. Вот. Ребят, смотрите, толпа народу такая. Сейчас будет демонстрация техники прививок. 1000 человек на машинке для прививок. Здесь растения, тоже бесплатные. Ну, ребят, ну вот закончился, как минимум для меня, обмен ежегодный. Первый раз он проходил после ковида. Практически 3 года не было обмена. И уже дома распакую, покажу примерно, что я взял, какие черенки нашел, какие саженцы. Так что не переключайтесь. Ну, распаковал пакетик, покажу, что на этом обмене получилось мне взять. Больше 20 сортов инжира. Ну, давайте прочитаю то, что хорошо читается. Это не разберу я. Писал, немножко расплылось. Так, Black Isha. Black Malta. Langue de Ajou. Судя по всему, Франция. Язык сломаешь. Сноуден, не слышал, что это за сорт, первый раз. Ну, естественно, брал те сорта, которых у меня нет. Тенан. Вот этот Окле, это каприфик, это мужской сорт, мейл. Это Марабу. Бел,
Блэкича или Ища. Армениан. У меня такой сорт есть, но взял, чтобы привить и сравнить, этот же сорт или нет. Вайолет Сепор. Понте Тресса. Это Golden Riverside. Некоторые говорят, что это то же самое, что Yellow Longneck, но некоторые склоняются к тому, что это отдельные сорта. Вот взял превью на Yellow Longneck и увидим. Сделаю сравнение и покажу вам, друзья. Flanders. Planera. Бордисот. Не могу понять. Нор. Бордисот Нор. Так. Это опять зеленый Ича. Сан-Антони. Cold Down Grease. Вот тот не помню, есть у меня. Это опять Понте Тресса. Два черенка уже. Это у меня Cold Down. Что-то Гемания. Потом прочитаю, найду его сорт. Что-то связано с гигантизмом, там что-то такое. Violet Sephor, по-моему, второй раз уже встречается. Далее, ребят. Несколько сортов шелковицы. Это Four Season, 4 сезона. Два черенка взял. Табриз. Предполагаю, что афганский, скорее всего, сорт или иранский. Табриз, наверное, Иран все-таки. Машат, тоже, скорее всего, или Иран, или Афганистан. Это у нас тропический фрукт. Черная Суринам черри. У меня красная Суринам черри. Очень классный фрукт. Прекрасно растет в субтропическом климате. Это у нас папайя бабака или бабак. Она размножается только черенкованием. Была у меня, погибла. Потом тут у меня несколько сортов яблонь. Много разных яблонь. Некоторые тяжело мне будет прочитать на этикетках. Тоже выбирал сорта, те, которые, ну, интересны были названия. Вот это Рубият. Apple явно, что тоже азиатский сорт. Ну, Ранец Семиренко. Хочу все-таки его сравнить с Гранни Смит. Одно и то же или нет. Вот этот очень классный сорт. Я уже его видео о нем публиковал. Можете посмотреть. Брабурн. И вот нашел черенок. И то я покупал просто яблоки. Понравились по вкусу. Теперь вот и черенок Брабурн нашел. И уже попробую привить. Так, следующее у нас, вот это тоже взял именно по этикетке. Казахстан, Дженева, номер 932-1962. То есть опять интересовал, что это азиатский сорт. Сан Фуджи, то есть какая-то солнечная Фуджи. Фуджи — это мой фаворит, это просто Фуджи. Этот сорт называется Бурбанк. Шизука Apple. Я думаю, японский. Cox Orange Pippin. And Crisp Pink. Crisp Pink — это то же самое, что Pink Lady. Ну, как минимум, мне сказали ребята-профессионалы. Я немножко здесь... Еще у меня два сорта здесь должно быть. Я смешал, получается. Два сорта здесь... Вернее, не два сорта, а два черенка вишни.
но именно вишни кислой, не черешни. Так, что у нас здесь? Так, это вот два черенка китайской шелковицы, или кудрани, или че. И здесь несколько черенков граната. Неожиданный, сиреневый. Еще какой-то я брал, по-моему, гисарский я тоже взял. И два сорта фихуа. Также вот такие съедобные клубни. Я посмотрю название, будет написано в видео, в описании под видео будут у меня сфотографированы этикетки. Это у нас тайский базилик. Это у нас какой-то цветок из рода брюмелиевых. По-английски называется Queen Tears. И вот такой саженец взял. Это сладкий картофель батат, но фиолетовый. Также, ребят, купил два рулончика парафилма. Классная вещь. Кто-то не пользовался, попробуйте. Это как раз лента очень хороша для того, чтобы покрывать точки прививок. Вот это также такой значочек от моего друга Дэвида, или у него никнейм Fig Hunter, то есть охотник за фигами. Ну, такой у нас хороший урожай, скажем так, черенков за сегодняшний день. Все бесплатно, за исключением вот этих двух рулончиков я их купил. Остальное все абсолютно бесплатно. Все, ребят, спасибо за просмотр. Бай-бай.